2014 году указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по всей стране 3 декабря отмечается День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. В этот день в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года на Красной площади в столице нашей Родины, городе Москва,